Все, ребятки, садимся мы завтракать борщом, вот, с салом и с хлебом. Все. Все уже вот так вот просто. Намазка. Вот, хлебушек и борщик. Все. Всем, кто знамо, приятного аппетита. Так, ребята, совсем забыли показать вам кусочки свинины. Да. Вчера короче, это была одна нога большая. Вчера это была почти четверть свинячий. Вот. И трошки разобрали. Получается у нас все. Пакет сала раз, пакет сала два. Вот. Оце у нас ошеек. Ой. Вот. Наш шашлычок. Сейчас мариновать. Мариновать будем сейчас, да. Вот. Там уже кицана аджику готовая. Там стерилизованы баночки. Там баночки стерилизуются, там кипеть кипяток. Так, тут, ребятки, все пошло уже ребро. Вот, отрезал я вырезку. Вот, отдельно. Ну, короче, мы все отдельно разлаживаем всегда. Ребрышку не будем очищать, оставим. Напополам только разрежу. Да, вот так только разрежу. Вот. И будет нам на борщ. Или куда-нибудь там, короче. Ну, знаете, уже перец пошел. Угу. Пошел так пошел. Вот, это будет аджичка вкуснячая. Угу. Ну что, двойная порция у нас на подходе. Это будет у нас аджика без уксуса по папиному рецепту. Здесь и красный перчик, и яблочки, и помидорки, и морковочка, там лук внизу. Ну, все, все как полагается, короче. Ну, вот. Сейчас это все перемалываем, и будет у нас двойная порция. А на улице у нас дождик. Дождик, дождик пошел. Вот. Красота, чистота, порядок, убраться успели. Все, успели, еще Татьяна немножко пришла, помогла, да? Угу. А, то, ну, в принципе. Помогла, а, да, а только не успели мы с бассейном ничего порешать. Ну, посмотрим, что завтра будет за погода. Потому что, конечно, сегодня он, если слышите, дождик. Боже, окна. От мошкары куча всего. Помыть надо. Так, ну что? Вот такая вот штука классная получилась. Это у меня будет... ну, со временем это будет аджика. Сейчас она просто вот такая вот. Пенная масса. Вот, две порции, как раз большая кастрюля. Здесь у меня водичка закипает для помидорчиков. Вот здесь вот уже будут помидорчики у меня. Вот, помыла машинку. Вот такие манюсики будут, красотюсики. В баночках зелень положила, все специи положила. В общем, там... А, еще сладкий перчик остался, точно. И будем катать еще помидорки. Это для аджички вот такие баночки. Татьяна поотдавала, они, я так понимаю, соус от Цибели полюбляли, потому что практически все были от Цибели. О, да и хорошо, для аджики самое то. Вот так завесила, потому что Коля здесь мясо разделал, хорошо, что завесил, потому что мясо везде. Вот. Ну все, занимаемся красотой. Так, ну что, ребятки, получилась полная полка. Вот, ну как бы не полная, да, немножко не хватает, но я положил в отдельную там кусочки сала еще. Вот, и еще у нас же шашлык замаринованный. Вот у нас шашлычок. Здесь килограмм 5, я думаю, 4. Ну, 5 точно, нет, 5, не 4. И кусочек, видите, маленькая такая тарелочка, это на картошечку. Я не знаю, как там китя будет делать, по-министерски, чи как-то стушит, но вот, и еще кусочек вот здесь вот. Ну, а здесь, как всегда, здесь же помидорки, короче, маринуются в первом рассоле. Это баночки под, как она называется, аджичку. Аджичка кипит, выкипает. Там водичка варится. Ну, короче, блин, дело движется, делов богато. Ой, ребятки, дождик пошел, как и обещали, вечером. Вон. Тучки, правда, уже разошлись. И, как видите, даже солнышко вышло. О, там, по идее, у нас сейчас закат такой интересный. Но мы его с вами не побачим, потому что надо парти на огород. Я не хочу на огород идти. Что, двор убрали. Все хорошо. Вот. Стало более-менее чистенько. Вот. Так что так. Хочу вам цветочки показать. И розы красивые, дивиться, после дождя. Вот. С капельками, да? Красота какая.
Вот, блин, надо было сиреневую срезать. Вот, они красиво смотрятся. Это кто-то прилип сюда? Что это такое? А, это я траву косил. Блин, красиво остались желтые и розовые. Вот. И они очень классно смотрятся. Красота-то какая. Лепота. Да. Ё-моё. Да, розовая красивая. Очень даже. И кустик наш цветет. Кстати, этот кустик, я увидел, что он будет очень большим таким, знаете, даже деревом, а не кустом. А я думал сюда посадить дерево. Ну, чтобы, знаете, было больше тени и что-то такое было объемное. Так вот, ребятки, это дело будет дуже объемное. Вот, подсолнух, смотрите, какой сияет. Солнечко. Здоровенный, скоро будет готов. Ё-моё, и тот тоже. Это ж надо, блин, взяли себе, выросли. Ну все, ребятки. Короче, мы готовы к приему гостей. Ой, поприбрались. Танюха пришла, помогла трошки прибраться. Вот. Что, консервируем. Консервируем. Ой, ребятки, и консервируем. Я, правда, еще кучи не повывозил, блин, все. Видите? Вон там кучка, там, по-моему, еще одна. Две кучи, по-моему, где-то осталось. Вот, так все повывозил. Вот. Так что так, ребята, скоро. Короче, сейчас дивиться, что. Отпразднуем днюху. И вот. И начнем работать. Начнем работать. Уже не хотелось до днюхи, знаете, здесь воротить. Не знаю, с чего я там начну. Через дверей начну, через заливки. Наверное, заливки начну, да. Поставлю опалубку, залью вот это дело. Вот. И пока оно будет стынуть, буду выбивать двери. Выбивать, делать дверь. Вот. Для тех, кто не в курсе, еще раз повторюсь, ё-моё. Вот здесь будет вход. Основной вход в дом. У нас, правда, будет два входа. Но это будет основной вход. Покамест он будет один основной вход. Вот. Вот этого входа не будет, понятное дело, да? Это будет кухня. Короче, ладно, посмотрите. Подписывайтесь, кто не подписался и дивится нас без подписки. Вот. Будет еще много чего интересного. Сейчас пойдет дело строечка. Вот. Буду показывать, что роблю, как роблю. Так что так, ребята. Вот такой у нас день перед днем рождения, да? Ой, короче, ничего нового. Ничего нового, все по-старому. День сурка, ё-моё. Аджичку уже закатали, вот такая она получилась. Остренькая. По рецепту у папы вообще 6-8 перцов. Ну, если 6, то остренькие. А если 6, ой, если 8, то такие не остренькие. Вот, а если 6, то остренькие. Я положила 5 на одну порцию. Так такая получилась. Вот цей перец, как у меня, вот цей огонечек. Вот эти. Да. Ох, такая, что прямо гей-гей. Хорошая. Да, вот такая вот она получилась. Это ж у меня без уксуса, без ничего рецепт. Классная, вкусная. Вот. Кто еще не пробовал, сделайте обязательно. Если будете брать такой перчик, как у меня, знаете, что нужно класть, ну, если вы не сильно острое хотите, то на рецепт можно вообще только 4 штучки положить. Но там в рецепте, что я показывала, то у меня большие перца. Они не такие острые. Выключи эту воду. И у меня, представляете, закончился уксус. Тютя в тютю на вот эти баночки хватило. И закончился уксус. Я такая в кладовку. Значит, такая, фу, а там дуля с маком. Ага. Уже 3 бутылки, как с куста, ушли. Я что-то думаю, 3 бутылки. Даже 4, да, по-моему? Последние, что я покупали. 2 я купила, а потом еще 2. 4 бутылки уже ушли. Куда они ушли, непонятно вообще. Короче, в общем, вот такие вот делишки. Катаем. И что теперь делать, я не знаю. Что теперь делать? Звони твоей маме, она же вроде ездила в город, покупала себе ВТБ уксус. Угу. Че на сегодня все? Че на сегодня все уже. У меня остались мелкие помидорки хорошие. Да, послезавтра они уже будут нехорошие. Завтра явно никто консервировать не будет.
Короче. Ну там звонить маме, звони маме.